Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Уже в начале марта даже в районах с холодными зимами начинает интенсивно пригревать солнышко и значительно удлиняются световые дни. В это время можно начинать активно удобрять комнатные растения. Недостаток питательных веществ может привести к тому, что растения будут вытягиваться, чахнуть и не цвести. И вот вам рецепт проверенной весенней подкормки для домашних цветов и растений. Настаивайте шелуху от трех луковиц примерно сутки в литре воды. Для этого сперва залейте кипятком и оставьте до полного остывания. После этого закройте банку крышкой. На следующий день добавляем половинку чайной ложечки сухих дрожжей и одну чайную ложку сахара и оставляем настаиваться еще на сутки. Перед поливом добавляем воду 1:1. Такая настойка просто чудо. Полив осуществляется в марте и апреле с интервалом в 3 недели. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!